После явной неудачи Штефана Гулы смотрим, что его товарищ по команде скажет. Нормально! По-моему, и польские болельщики особенно этого не ожидали. Что-то заговорился тут Лукаш Кройщик с кем-то. Не только со своим главным тренером, со своим главным наставником, можно так сказать. С Ханну Лёписто, еще и с другими тренерами вел здесь диалог. И, по-моему, прошлепал прыжок, который, может быть, даже не очень верил. И напрасно. Ну так кто же? Штетнер или поляк?